Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фанкам. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Tace. Система кругового обзора 360 для Ford Focus второго поколения до рестайлинга. Модель CC3 с 9-дюймовым экраном. Стоит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Выглядит все достаточно аккуратно. Меняется полностью вот эта вот панель. Рамка выполнена из черного матового пластика. Очень хорошо все вписывается в интерьер автомобиля. Конечно же, есть вырез под кнопку аварийки. Ничего не заедает, все функционирует. И также есть вырез под климат-контроль. Кнопки на подрулевом джойстике все функционируют. Работают кнопки громкости, переключения треков, кнопка Mode, которая переключает между всеми источниками. С подсветкой также адаптированием. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. Бардачок вывели USB-порта, который поддерживает передачу данных, поэтому сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. Также еще выводится вот такой вот слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитолы. К интернету вы сможете подключиться, либо установить сюда сим-карту. Также можете раздать интернет своего мобильного устройства через режим модема и подключиться по Wi-Fi к нему. Данная мультимедийная система гораздо более интересная, чем штатная. Работает на операционной системе Android. Все функционирует очень быстро, плавно. Пользоваться вполне комфортно. Расположение экрана достаточно удобное. Здесь есть магазин приложений Google Play Market, откуда вы можете скачать любое приложение. Например, Яндекс.Навигатор и YouTube здесь уже идут из коробки. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Доступно подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Есть эквалайзер для настройки звука. Качество звука на достаточно хорошем уровне. Магнитола процессорная. И также множество других полезных мультимедийных функций, которые ранее были недоступны в автомобиле. Теперь расскажу про систему кругового обзора. Состоит она из четырех камер. Это передняя камера, задняя камера и боковые камеры в зеркалах заднего вида. Включается автоматически при включении задней передачи. Здесь мы видим изображение задней камеры и изображение автомобиля сверху. Снизу идет управление по данной системе. Можно переключать режимы отображения камер. Как вы видите, вот такой вот режим 360. Можно вот так покрутить автомобиль. Переключение между камерами. Боковая слева. Боковая справа. Одновременно вид с боковых камер. Есть режим «Окно в окне». Есть множество настроек по данной системе. Например, можно менять вот эти вот траектории. Цвет автомобиля можно вот этот и менять. И множество других настроек. Как, например, сейчас вот настроено при включении аварийки, автоматически включаются боковые камеры. При поворотнике, если мы включаем левый поворотник, то включается левая камера, если правый поворотник, то правая. При перестроении достаточно удобная вещь. Ну и также еще очень удобно то, что систему данную можно включить в любом из режимов. Вот мы сейчас находимся на паркинге. Здесь есть специальная иконка, на нее нажимаем и попадаем в режим кругового обзора. Это, ну, очень удобно, например, когда мы подъезжаем к какому-то препятствию, включаем, нужно находиться на драйве, включаем отображение передней камеры и с комфортом паркуемся. Также одно из преимуществ данной системы, то, что все четыре камеры работают в режиме видеорегистратора. Если в USB-порт подключить внешний USB-носитель, то можно записывать изображение со всех четырех камер. И если что-то на дороге произошло, все можно будет в деталях рассмотреть.
Обращайтесь к нам в компанию за мультимедийными дооснащениями для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов на практически любой автомобиль. Также и на этот автомобиль есть различные варианты мультимедиа с разными диагоналями, характеристиками и ценами. Более подробную информацию вы сможете узнать на нашем сайте. Также можете обратиться к нашим менеджерам, они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять его, проверить его и только после этого платить. И также от магазина дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!